посоветовать. Каждый раз, когда человек разочаровывается в своей жизни, обижается на кого-либо, у него в душе включается программа саморазрушения. Вы знали об этом? Эта программа создает впечатление, что лучше умереть, чем жить, отравляя тем самым человеку жизнь и колоссально разрушая его судьбу. Наверняка многие люди хоть раз сталкивались с такой проблемой в своей жизни. Даже дети иногда после наказания говорят: «Лучше бы мне умереть». Это, по моему мнению, та божественная капсула, которая вскрывается в тот момент, когда человек начинает страдать от своей жизни и создана Богом с целью как можно быстрее разрушить человека, чтобы он как можно быстрее перешел при помощи перерождения в новую человеческую форму. Естественно, невозможно не оценить значимость медитации, которую сегодня вам хочу дать, которая мгновенно закроет такую программу. Для этого необходимо начать думать о данной проблеме, и которая все чувства, и когда вас накрывают чувства по поводу того, что у вас не хватает денег, или по поводу того, что у вас все плохо, или по поводу того, что у вас что-то забрали, или по поводу того, что у вас там кто-то бросил, и вы на кого-то обижаетесь, произносите всего лишь три слова. Я хочу вам их сегодня, эти три слова, подарить. Они очень-очень уникальные и очень хорошо работают. Они звучат так: «Впереди еще целая жизнь» или «Впереди целая жизнь». Поэтому каждый раз, когда вы почувствуете плохое настроение, плохое состояние, произнесите себе слова, которые звучат так: «Впереди целая жизнь». Не нужно произносить «Лучше бы я умер», «Зачем я вообще родился» и так далее. Произносите слова «Впереди целая жизнь». Такая идея, она сможет очень изменить вашу судьбу.